Автомобиль женщины, устроившей аварию в понедельник на пересечении улиц Меридиана и Чистопольска, арестовали судебные приставы. Напомним, при повороте она не пропустила ехавший прямо автомобиль. После этого выяснилось, что прав автолизеры лишили за езду в пьяном виде, после чего она все равно садилась за руль, попадала в аварию и скрывалась с места ДТП. И были выписаны 2 штрафа по 30 тысяч рублей, которые она не оплатила. Сейчас женщине грозит уголовная ответственность. При проверке по базам данных было установлено, что на данном водителе имеется задолженность по оплате административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Совместно со службой судебных приставов был осуществлен выезд. На транспортное средство был наложен арест. Владельцу автомобиля предоставляется 10-дневный срок оплаты, по истечению которого транспортное средство будет передано на реализацию.